Вашпульт.ру представляет. Здравствуйте, уважаемые покупатели! Федеральная торговая сеть Вашпульт.ру предлагает вашему вниманию пульт для кондиционера Kunda KT518. Пульт абсолютно новый. Вот так вот выглядит данная модель. Артикул на нашем сайте 1948. Пульт работает от двух батареек класса 3А. Чтобы настроить универсальный пульт для кондиционера в ручном режиме, вам следует найти код вашего устройства в таблице кодов, который находится на обороте обложки. Допустим, у нас кондиционер марки LG. Находим код в таблице и с помощью кнопочки Select, а далее плюс-минус, мы находим этот код и нажимаем кнопочку Enter. Все, пульт запрограммирован и готов к работе. Для автоматической настройки пульта следует нажимать кнопку Select до тех пор, пока что кондиционер не издаст определенный сигнал. В этот момент перестаем нажимать кнопку Select, нажимаем кнопку Enter и проверяем, управляет ли пульт вашим кондиционером. Если пульт не выполняет все функции, следует повторить данный процесс. Пока что не будет найден код, при котором пульт будет управлять вашим кондиционером. Делайте заказ на нашем сайте вашпульт.ру. Купите.